Одесский сберком мы обработали уже 100% голосов горожан. По результатам подсчета во всех 4 районах победу одержал Владимир Зеленский. Самую высокую поддержку кандидат получил в Суворовском районе. Меньше всего симпатиков у него в Киевском. Там лидером стал Юрий Бойко. У оппозиционера 23% голосов. Что касается действующего президента, то его результаты в пределах от почти 8% голосов в Суворовском районе до 12% в Приморском. Тем временем некоторые активисты запустили в небо над морем картонную фигуру президента в человеческий рост в знак прощания с Порошенко. Впрочем, улетать высоко гарант не захотел. Его двойник на какое-то время завис над водой. На берегу собрались зеваки, они с интересом наблюдали за происходящим.